Приветствую вас на моем канале. В этом видео я расскажу и покажу вам, как с помощью фотоаппарата и стедикама создать идеальную автоматическую панораму. Смотрите. Значит, сейчас я установлю фотоаппарат, закреплю его на стедикаме. Так, крепежный винт закрепил. Так, выставляю его ровненько тут и устанавливаю. Я просто на память помню, 11 миллиметров. Это по линейке баланс такой будет фотоаппарата. Фиксирую последнюю ось, даже чуть-чуть больше, так вот. Зафиксировал ось, и у меня уже фотоаппарат на стедикаме зафиксирован. У меня есть такой вот кабель синхронизации, с помощью которого, используя приложение на телефоне Bluetooth, через стедикам я буду управлять настройками и функциями фотоаппарата. Подключаю. Первым делом я подключаю клац. Это подключаю разъем к стедикаму, к моторчику. А второй разъем я буду подключать к фотоаппарату, к USB тоже разъему. Два. Подключил. Настройки видео будут следующие. Выдержка 1/50. Первое. Второе. Ручной фокус, ручное фокусирование. И, в принципе, это самые основные характеристики для того, чтобы картинка была плавная, без никаких дребезжаний, стробов и прочих других вариантов. Теперь мы включаем Steadicam. Вот, нажимаем на кнопку Power. Поскольку уже фотоаппарат готов, Steadicam готов, берем приложение. В приложении что нам необходимо сделать? Первое. Установить точку А. Установить точку Б. Это между этими двумя точками будет проходить плавная панорама. Далее выставить выдержку и выставить время, за которое этот промежуток будет пройден. Я выберу 1 минуту. Я думаю, этого будет достаточно. Переходим к приложению. Значит, первым делом я подключаю Steadicam к приложению. Он подключился. Замечательно. Выбираю видеорежим, в котором выбираю Moving Timelapse. Выбрал. Важно, чтобы была правильная последовательность полностью всех действий. Для этого мы переводим Steadicam в режим свободного передвижения. Нажать на кнопку Mode и подержать. В приложении, получается, у нас первая область есть. Мы в свободном движении переводим вид стедикама, предположим, на мост. И фиксируем первое значение. Первое значение – это точка А. Теперь мы стедикам поворачиваем в другую сторону, предположим, на другой мост. Вот так вот. И также фиксируем время. Не время, а точку Б. И нажимаем «Далее». После этого у нас открывается меню, где мы выбираем минимальную выдержку. И, предположим, время 1 минуту. Видеорежим, но перед нажатием на кнопку «Старт» обязательно необходимо нажать на Mode и вернуть Steadicam в стандартный режим, базовый режим. После этого мы нажимаем на кнопку «Старт».
Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы в комментариях.